Татьянин день или День российского студенчества ежегодно отмечают СУЗы и ВУЗы страны. Семинары, круглые столы, встречи выпускников и концерты проходят в каждых среднепрофессиональных и высших учебных заведениях. В энергетическом колледже Каспийска праздник прошел под названием «Студентка доблести». Открыл торжественное мероприятие директор профессионально-педагогического и энергетического колледжей Закир Алиханов. Я бы хотел пожелать, чтобы те взаимоотношения, которые у вас складываются в студенческие годы, те знания, умения и навыки, которые вы получаете, чтобы вы провели через всю жизнь, чтобы они вам принесли пользу, чтобы вы стали профессионалами своего дела и могли принести пользу себе и нашей большой родине. Поздравили ребят с праздником музыкальным номером представители КФЛ Марина Трунина и Юлия Козлова. Девушки исполнили патриотическую песню о родине. Далее на сцене состоялся выход претендента к названию «Студентка доблести» – учащиеся Дагестанского профпедагогического колледжа Фатима Хирамагомедова и Мария Агаметова, колледжа машиностроения и сервиса имени Серго Орджоникидзе Амина Бурдиханова, медицинского имени Башларова Патимат Шарапудинова, а также северокавказского филиала Санкт-Петербургской академии милиции имени Щелкова Халум Пирмагомедова. Открылся конкурс для участниц с красочным танцем в исполнении ансамбля студии «Лизгинки». Гинки Арс. Оценивал конкурсанта компетентное жюри. Директор ДДТ Аминат Насрулаева, руководитель Дома технического творчества Лейла Магомедова, директор ДХШ Наталья Крутикова и специалист управления культурой Кумсият Мухтарова. Претендентки выполняли задания «Визитная карточка», конкурсы «Таланты» и «Викторина». По итогам всех испытаний лучше стала студентка медицинского колледжа имени Башларова Патимат Шарапудинова.